16 по 18 ноября в Москве пройдет гран-при по фигурному катанию. Как пишет чемпионат.ком, уже все билеты раскуплены. Безусловно, Алина Загитова станет главной звездой московского этапа гран-при. Фигурное катание – это не футбол, в котором любимые спортсмены приезжают на домашний стадион пару раз в месяц. Крупные международные турниры по фигурному катанию в России проводятся 1-2 раза в год. И ту же Загитову в Москве ждали с прошлой зимы, но как все изменилось? Алина Загитова – олимпийская чемпионка. Перегнала всех по популярности. При этом никуда не делось мастерство Алины. Этап в Финляндии она без вопросов выиграла. А поэтому в Москве должна, наслаждаясь катанием и вниманием публики, конечно, выйти в финал гран-при. Со спортивной точки зрения.